Всем привет, друзья, с вами снова Джек Шепард. Мы продолжаем проходить Stalkers of Pripyat. Я в своем убежище, так сказать, в нашем доме. Сейчас нам нужно скинуть, как мне многие посоветовали, еду, потому что она занимает слишком много места, ставить себе лишь немножко. Вот батоны тоже скинем. Сейчас час ночи, я записываю это дико уставший, так что если будут какие-то затупы, как обычно, то я приношу свои извинения, потому что просто у меня не хватает времени записывать эти серии. Поэтому записываю ночью. Так, что еще могу скинуть? 0,60 вообще, водка у нас весит, давайте скинем тоже ее немножко. 5 штук оставим, энергетиком я вообще не пользуюсь. Шприцы, но они мало весят. Антидот тоже. Геркулес мало весит. Так, записка от Соколова мы оставим. Гранату оставим. Аптечки тоже немного. Ну, я думаю, 26,9 килограмм веса нормально нам будет из 60. Так, и сейчас... Куда же мы сейчас отправимся с вами? Я, по-моему, хотел поговорить с карданом насчет инструментов. Так, а это легко, мне нужны инструменты, помнишь, мне поспорю тебе денег чуток, договорились. Отлично, принести инструмент кардану. Так, я еще между сериями успел сбегать в енов, в общем, ну точнее, как сбегать, меня сводил проводник, и я отдал ему инструменты. И, в общем-то, улучшил свой автомат, улучшил комбинезон. Я знаю то, что это, в принципе, самый такой простенький комбинезон. Сейчас мы будем с вами копить деньги на то, что получше. Но я все равно пока что его улучшил. На ближайшие несколько серий это наш друг-товарищ. Пистолет улучшил также полностью, как всем, чем только мог. Шлем я, по-моему, не улучшал, потому что тут нужно инструменты для грубой работы. А вот именно у этого техника их нет. Так что вот такие вот дела у нас с вами, да? Так, я могу путаться в словах, опять же говорю. Я очень сильно устал. Так, есть ли у меня работа? Больше работы нет. Понятно. Так, выключить нужно фонарь. А мне нужна медицинская помощь. Нет, у меня все в порядке с этим. Покупать мы ничего не будем. Что у нас по заданиям? Так, здесь что тайник. Там? Ранение, облучился. Да нет, и ни то, ни другое. Я думаю, на базу вот сюда я не пойду сейчас зачищать, потому что я не в том состоянии. Вот сгоревший хутор. Там, по-моему, снайперка лежит, про которую мне говорили. Или не там. Ну, вроде бы там. Можно оттуда еще на изумрудную отправиться. Я не помню, был я там или нет. А, ну, по-моему, я мимо лесопилки, мимо топи проходил. И вот это вот все. Не знаю, я был тут в изумрудном. Нет, вроде бы я проходил, да. А я, честно говоря, уже не помню. Давайте тогда сбегаем на сгоревший хутор. Оттуда, я даже не знаю, на Шевченко, может быть. Я там не был. Вроде бы задание да, я прощай. Тут... У всех, у кого мог взять, взял. Так, а вот здесь уже темно. Так, вниз. Или, возможно, кто-то еще остался. Так, это не нет. Попутного говорит. Ветра. Мне говорили, что сталкеры могут меня отвезти к аномалиям. Так, балабонь быстрее, чё надо? Я думаю, сам поищу, если что. Ну привет. Или надо будет выделить какую-то одну серию, где я буду именно поиском артефактов привет, заниматься. Брат. Так, что тут? Ну. Так, вот, давайте выберем тогда. Стоп. Я хочу узнать, во-первых, я ни разу не брал задание у Бороды по поиску артефактов. Если я сейчас выберу, что достану золотую рыбку, она мне на карте покажется, где ее можно найти или как. Окей, смотрим. Да нет, просто найти нужно. Тогда и, блин, я не знаю. Золотая рыбка. Где найдешь возьму? Артефакты? Заглядывай. Окей, так, вот опа! С тобой
нарисовался. Султан, дел иметь никаких не хочу. Со всеми вопросами вали к бригадным. Но ради того, чтобы выполнить задание и вообще посмотреть, что у тебя за квесты, давай посмотрим. Какую работу ты можешь мне предложить? Выгодную. Тебя чего кликнули? Ты человек новый, пока контакты меня оброс, хотя мог бы подняться быстро. Мог. Интересует, что мне есть сказать по этому поводу? Интересует. Тогда смотри сюда. Есть маза. Пару сталкеров бороды на валюту поднять. Главное, что дело это тихо, шороху под него не намечается. Короче, приезжаешь с пацанами ночью к Шевченко. Ну и пока клиенты будут тупить, возьмешь с них положенное. Нам выгода, тебе персонально авторитет. Уловил? Хорошо. Вон костец стоит, ты перетри с ним за детали. Наезд решит, что предпринять. Блин, я не хочу за бандитов быть. Пересечемся. А, стоп, стоп. Куда он убежал? А если я пойду против него? А, братин туда. Ну ладно. Нет, ты мне не братюня. Какой ты мне братюня, нафиг? Блин, я иду с бандитами, походу. Ладно, давайте посмотрим, что из этого будет. Возможно, я смогу сейчас этих вот ребят прихлопнуть. А ребятам, которые на Шевченко находятся, помочь. Да, чувак? Ладно, сейчас узнаем. 4 часа утра время. В любом случае я загружусь, если что. Так, ну-ка давай говори. Ну поехали. Все мы их. Тихо, пацаны. Не ссы. Мы же это. Мы ж бригада, ёпт. Ах. Я хотел жестоко их в спину расстрелять. Я не хочу сталкеров убивать. Ах, ну а, ну ладно, его убили. Все, ребят, я убил их. Так, берем. Ребят, я не могу за бандитов быть, в общем. Странно получилось, конечно, но ладно. Таков путь моего героя. Я возьму медведя, не знаю, правда, что я смогу. За сколько я смогу его продать. Там все берем. А, по идее, я и оружие могу с них брать и продавать, но... Так, а почему у тебя костюм? Слушай, все вопросы к главному. Так, почему-то у вас, по-моему, это костюм бандитов, нет? Или это простых сталкеров костюм? Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Ладно, давай. О, ты бывалый. Спасибо, что помог. Так, 6 бинтов, водка казак, 4 штуки, координат тайника, бинт. Супер, ребят, я прям, да. Просто они как-то так... Завалили уродов, за помощь спасибо. Из-под тишка хотели напасть. Мне вот это вот не понравилось. Так, ладно. Но я думаю, султан там уже... Да, цепных псов на меня выпустил. Ну ничего, я думаю, ребят нам помогут в трудную минуту. Так, сейчас я пойду тайник обследую. Жалко, что патрон на них хороший потратил. Так, давайте включим Night Vision. А к нему зрение, по идее, должно привыкнуть. И мое, и персонажа. Или все-таки нет, потому что... Я бы не сказал, что видимость сильно улучшилась, хотя вот вроде бы...
Ладно. Пока так побегаем. Так, все, я верно иду. А, насчет того тайника я... Серия еще не вышла, там, где я спрашиваю, что с ним делать, поэтому я его так и не взял. Тихо. Зомби. Тихо, тихо. Не буду их убивать пока. Так, в каком-то из мест я убил зомбарей, а мне сказали, что в дополнительном квесте они могли мне там как-то помочь. О, это что такое? Пушка? А, ну у меня такая была. Я думаю, мы ее починим, продадим. А я думал, что нет, целесообразно чинить это все оружие. Я думал, что я потрачу больше денег на починку и, в общем, не получу никакой выгоды от того, что его продам. А, но люди в комментариях мне подсказывают, что это не так. Поэтому проверим. Так, ну что, куда можно еще сходить? Там мы были везде. В топ, в НЗ-круг. Где там был или нет, не помню. Давайте туда сходим. Так, я все время нажимаю кнопку М, чтобы на карту посмотреть. Да-да, я слышу тебя, зомби. Я тебя слышу. Мароны каркают. Ну, каркайте, каркайте. Так, а вот здесь под камушком. Ничего ли нет случайно интересного? Да лягушки такие звуки издают. Будем надеяться, что да. Так, что это за строение? Да, закрыто. Так. А стоп, а это ли не то место, где мы? Да-да-да, все, это логово кровососов. Я тут был. Значит, зря бежал. Давайте туда в аномалию, что ли, сходим. А там у нас же выброс был недавно, поэтому артефакты могли появиться. А еще я так и не понял, напишите мне, действительно знающие люди, а портится ли все-таки оружие под дождем или нет? Потому что было много комментариев к одной серии, что портится, а потом написали, что кто тебе сказал такую чушь. Поэтому я все-таки хотел бы быть уверен. Ну что, давайте попробуем артефакты поискать. Вот тут вот вижу, да? Угу. Так, ну я прям тут. И... А, где артефакты?
По идее, он же должен уже появиться, нет? А, видимо, я все делал не так. Видите, аномалия меня уже бьет, а артефакт не появляется. По-моему, я сюда зря сходил только что. Ой-ой-ой. Блин, не то оружие достал. Так-так-так, там людям помощь нужна. Мужики. Да нифига не отбой. Блин, да они его задерут там. Они его уже убили. Чертовы псы. Так, ну давайте. Ему это уже не пригодится, Ленька Гомер. Что за пистолет? Пистолет возьмем. Так, братин, ты можешь меня отвезти обратно? Слушаю тебя. Стоп, стоп, стоп. Так. Я спросил у него, где в окрестностях можно найти инструменты. Знаешь, брат, во что бы мне в голову никогда не пришло, так это лезть в зону за вот этим вот. Скажи, сейчас тебе нужны особо радиоактивные молоты, пассатижи? А нет, братин, чем сейчас занимаешься? Хочу заняться поиском артефактов аномалии коготь. Возьмешь с собой? А, конечно, в компании всегда есть. Тогда пойдем. То есть мы сейчас сходим, а нам еще нужно от выброса укрыться, да? Или меня сейчас прям выброс-то тут и шарахнет, да? Так, необходимо найти укрытие. Ой-ой-ой, а выброс-то идет ведь. Ой-ой-ой. Не, я умер, да. Это была глупая затея. Ладно, последнее сохранение. Надеюсь, перед тем, как я отправился, меня сохранили. Я вообще сейчас не понимаю, что происходит. Да, это до того, как мы с ним отправились. Ну, кто же знал, что будет выброс? Ждем. Будет выброс, нет? Ну-ка, давай. А, ну да. А я думал, здесь выбросы рандомно, как бы, идут. А тут, если он должен был начаться, то он теперь начнется. Ну, привет! Так, укрыться от выброса. Рванули, привет, братюнь. А выброс сейчас будет, давай-давай. Укрываемся как можем. О, тайничок. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Ой. Где он тут? Не вижу, где тайник. Ой, да ладно. И тут потом скажете, где его искать, потому что я опять же не нашел. Ой-ой-ой, туплю. Так, куда идти-то?
я тупица. А, возможно, в разломе. Ой. О-о-о. Это что-то запорожец, да? Понятно. Так, выпьем водочки. Для сугреву. Слушайте, неплохо мы сходили, да? Автомат нашли. Детектор Велес второй нашли. Пистолет продадим. А, два детектора. Медведь нашли. Ну, я бы сказал, неплохая такая вылазка. Так, покушать нужно. Покушать. Плюс сейчас, наверное, все-таки мы из запорожца-то достанем, да? Интересно. Я-то думал, что здесь все как бы радиацией заражено, что ли. Эй, почему у меня здоровье убавляется? Я же типа укрылся. Почему? Честно говоря, я сейчас не понял, почему. А, мне написали, что я нашел укрытие. Написали найти. Привет, укрытие, брат. Я нашел укрытие. В чем проблема? Ты можешь отвезти меня куда-нибудь? Стоп, я хочу туда к этому попасть, но надо где-то рядышком. Цеха подстанции, может быть. Чтобы потом не уже. Давайте от Шевченко добежим. Нету Шевченко, да? Вон тогда. Не знаю, давайте в Скадовск. Ладно, согласен, пошли. Стоп, все, выбор закончился. Ну, это, конечно, да, это они молодцы. Так, окей, мне нужно аномалии коготь. Получается. Пойдем, братья. А, ну немножко это странно получилось, но я все-таки впервые быстрым путешествием воспользовался. Сейчас ты можешь даже с ними на поиск артефактов отправиться, да? А нет, не хотят. Так, ну ладно. Аномалия коготь. Достаем все, что нужно. Идем на поиск артефактов. О, что? Аж три. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Так, попался первый. Идем аккуратненько. Так, еще один. Слушайте, неплохо стало получаться. А, да тут, видимо, наверху, да? Да, но здесь я не поднимусь. Так что давайте попробуем обойти. Ой-ой-ой, а я смогу перепрыгнуть? Ой-ой-ой-ой. Смотрите, они тоже артефакты ищут. Это так круто. Так, ладно, тут мы поискали. Теперь нам нужно сюда вот еще пройти. Опа.
Или вот сюда. А нет, здесь пусто. Ну да. А, и как теперь выйти? Это было глупо, как всегда. По-моему, мне нужно с другой стороны обойти. Ой, вот здесь, с другой стороны нужно обойти, чтобы аккуратненько к Запорожцу начать спускаться. А как я оттуда выйду? Ладно, я сохранюсь, так купим водочки, закусим колбаской и вперед на поиски артефактов. Ой, аккуратно. Диана Джонс. Так, ага, тут как. Ну, на это. Ладно. Стальной ящик. Окей. А больше тут ничего нет? Тихо. Вот я прям как знал, пистолет достал. Ты кто? То есть я помню, ты был сталкером, но... Как тебя зовут? Фу, какой ты мерзкий. Так, ладно, в этот раз у меня начинает действовать и работать чутье. Теперь бы выбраться еще отсюда. Через эти ходы. О, господи. Сюда, поганец. Давай, давай, давай. Опять, наверное, его лучше ножом, да, бить? Большинство врагов, про которых мы говорили. Так, я понял свою ошибку только что. Уходим. Ой-ой-ой. Успокоился. Фух, ладно, идем, идем. Так, все, мы смогли. Мы выбрались. Вижу, вижу. И мажу. Что ты? Так, последний выстрел был лишним, но я немножко в панике был. Фух, так, ладно. Я слышу. Он там. Так, что у нас за стальной ящик? Что с ним делать? А ящик заперт, в него вмонтирован весьма хитрый замок. Кстати, по весу и грохоту при встряхивании внутри что-то есть. Понятно. А, видимо, нам это нужно кому-то отдать. Каменный цветок, артефакт, отлично. Текс. Нужно найти сталкеров, чтобы в Скадовск отправиться, я думаю. Давайте еще раз тайник посмотрим. А, вот был бы здесь бег. При ускорении не таким быстрым и не так бы он глупо, если бы смотрелся. Я бы его почаще использовал, а вот так, когда используешь, ну как-то атмосфера что ли теряется сразу. Когда вот начинаю вот так носиться. Надо почувствовать, куда они меня преследуют. Что там, что там, что там?
А, ну уже ничего. Так, а где здесь тайник? Возможно, он из там заправки куда-то спустится. Опаньки, вот оно что. Здесь можно пробраться. Отлично. Давай, давай, родной, давай. Вылези, пожалуйста. Так, только не говорите мне, что я сюда забрался, а обратно никак. Это очень глупо выглядит, я знаю, но он не хочет вылазить. Может, задом наперед? Я опять же держу кнопку вот этой ходьбы и приседания еще. А вот-вот-вот, все, все. Моя ошибка, как всегда, была. Так, купим водочки. Выключим фонарик. Подойдем к сталкерам, они отведут нас обратно, и мы продадим все, что нашли, там починим. И закончим серию. Мужик, ты оружие-то спрячь. А, ладно, ладно, братин, все в порядке. Ванюш ветер, ну что ты. Так. В Скадовск давай. Пойдем. Фух, надо было сказать. Надо сказать, это было интересно. Сейчас у нас, я думаю, что тот ремонтник сможет открыть ящик, возможно. Так, а что ты нам скажешь? И кто же так на... А, ничего, ты, ну, ладно. Я другого убил. Так, одно дело возникло. По слухам, бандиты собираются купить партию оружия. Наши ребята хотят за ним проследить и по возможности помешать сделке. Любая помощь была бы кстати. Но я помогу, отличное дикресничество, там наши ребята, они расскажут все поподробнее. Супер. Так, артефакты. Забирай, пожалуйста. Продать. Так, теперь идем. Будет чего интересного, заходи. Сколько у нас денег? 6391. А рубль? И сейчас тогда... Нет, ты не чинишь. А кто чинит, а я забыл. По-моему, на втором этаже, братья, не был. А, нет, не ты. Ну да? Что, есть что-то новое? Вот, да, ты. Здорово. Так, можешь взломать стальной контейнер? Это мы легко. 500 и все будет в лучшем виде, держи. Так, потерян предмет, стальной ящик. Так, зафиксировали, подцепили, нажать чуток и раз, все готово, работа. Не было такого еще в моей практике, что Ломик с киянкой ничего не открыли. А, потеряны деньги 500, получен при фору 12, научная аптечка, противорадиационный препарат, АКМ-742У, предмет душа, стальной шлем. Угу. Понятно, что за душа. Так, ремонтировать не нужно, да? И тут ремонт не нужен. Пистолет починим за 190 рублей. Так, мой десерт тыкал тоже. Ну, то есть тут он не Desert Eagle называется, но я буду его так называть. Починимся. Нас неплохо так покоцало, я бы сказал. Нет, я не ношу. Так, окей. Починились. Взяли то, что нам дали. И теперь нужно это продать. Торговля. Вот он, комбинезончик. Бронекостюм берил 5М. Модифицирован для работы в условиях зоны армейской бронежилет. Армейский бронежилет серии PS5 с бериллиевым напылением. Предназначен для проведения штурмовых операций в областях с повышенным радиационным фоном, но малоэффективен в условиях высокой аномальной активности. К сталкерам попадает через военных, которые меняют армейское имущество на хабар. Не оснащен контейнером для артефактов. А, понятно. Это плохо, а что за артефакты мне дают? Восстановление здоровья плюс 2, радиация плюс 2. Ну, я бы сказал, что он мне не особо нужен. Так,
1700 стоит автомат, отлично. Это 1900. Шлем я пока, наверное, не буду продавать. Пистолет 200 рублей. 359. Вот эти патроны продадим. Для дробовика нам еще пригодятся. Гранатку продадим. Это просто пистолетный, да? А вот еще пистолет у меня есть. Стоп, стоп. Фару 12. Это вот тот, который я там достал, да? Емкость магазин 12. Боеприпас неплохие. Темп огня плюс 10. Масса уменьшена. Пистолет украинского производства, предназначен в основном для вооружения правоохранительных органов и силовых структур. Обладает лучшим по сравнению с ПМ точностью боя, приемистостью и емкостью магазина. В основном попадая в зону среди широко... Не вижу слова. Реализуемый здесь отбраковки. В основном это ранние образцы со всеми детскими болезнями. Тем не менее, пользуясь спросом у сталкеров, это достаточно высокий боевой характеристик. Ладно, пистолет мы оставим. А вот я еще прибор хотел продать. 920 стоит. Эти по 360. Ну и душ, я думаю, тоже продадим. Хотя пока нет, если... Все-таки квест нам бороды на артефакт делать, я думаю. Как там по поводу работы? Нету, да, пока? Ладно. Так, спускаемся, идем к бороде. Ну, нет, артефакт этого нет. Какой он просил, кстати? Задание, задание. Стер сообщений. Ага, я на золотую рыбку подписался. Значит, душу можно спокойно продавать. Если что, я думаю, еще добудем. У нас 16 тысяч почти хватает на новый комбинезон. Но я думаю, что все-таки мы комбинезон у Шустрого закажем. Поэтому покушать нужно. Окей. Так, шлем и пистолет закинем к себе в ящик. Ох ты. Что там плохое происходит. Так, а где мой дом? Где мой дом? Мой дом не тут. Вот мой дом. Сюда мы скинем пистолет, шлем скинем. Да и записка нам, по идее, не нужна, но она почти ничего не весит, поэтому энергетики, водочку скинем. Еды нам тоже столько с собой не нужно. Аптечки немного весят, так, 38 килограмм. Ладно, в общем-то, мы завершаем эту серию там же, где и начали. Надеюсь, вам понравилось. С вами был уставший Джек Шепард. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Вот здесь он тоже бежит. Вы видите, да, что голос уже вообще никакой, я вымотан.